Исторический визит. Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги посетили Украину. Политики встретились накануне ночью в польском Жешове. Оттуда поездом приехали в украинскую столицу. Здесь к президенту Франции, канцлеру Германии и премьер-министру Италии также присоединился глава Румынии Клаус Йоханнес. Первый визит политики нанесли в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Президент Франции назвал этот город героическим и заявил, что Франция поддерживает Украину с первого дня войны и будет это делать в дальнейшем. Канцлер Германии после увиденного заявил, что все действия России в Украине направлены на уничтожение. После Ирпеня политики встретились с Владимиром Зеленским. Это первый визит глав Франции, Германии, Италии и Румынии в Украину с начала российского вторжения. Все мы видели эти образы разрушенного города, который одновременно является городом-героем. Поскольку именно здесь, как и в других местах, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию. Так что вы должны представить себе героизм армии, а также украинского народа. Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом все, принимая решения. Страшно, какие разрушения наносит эта война. И еще хуже, когда видишь, насколько бессмысленно это насилие.